Хей-хей, ребята! В этом видео я буду открывать кейсы на Ласткрафте. Поехали! Итак, открываем наш первый ключ. У меня имеется 100 косметических ключей, но в этом видео я открою лишь 50 штук. Боюсь, что вы устанете от большого количества ключей и вам это быстро надоест. И, как вы заметили, это видео записано в формате 360. То есть вы можете крутить головой, вертеть это видео в разные стороны, наблюдать за всем, что происходит у меня за спиной. Даже так, ребята, да, даже так. Нам выпали только монетки, ребят, ничего путевого нам не попалось пока что. Только 3 ключа мы потратили, и у нас еще в запасе еще очень много ключей. Давайте же, ну-ка, опять шляпа, одна шляпа, ребята, одна шляпа выпадает. Но это ничего, мы сейчас пооткрываем еще ключей. Ну-ка, что на этот раз нам выпадет? Духи нас обходят стороной, ребята. Духи нас не любят, нас любят одни головы. Но я думаю, нам все же должно повезти в этом видео. Опа-на, ребята, нам выпал Амби. Вот это да. Это легендарный дух. Дух легендарный, он очень редкий. Опа, на ключики были, ребята, ключики, блин, нам попался опыт, но это ничего, сейчас мы отыграемся, мне кажется. Ну-ка, что на этот раз? О, я видел дух, но нам выпала шляпа. Ох, у нас еще очень много ключей осталось. Ну-ка, это каска железная, блин, а, блин, блин, блин. Так, я промахиваюсь. Ну-ка. Что ж выпадет сейчас? Одни шляпы. Одни шляпы и опыт. Вот это да, ребята. Что-то какие-то невезучие нам кейсы выпадают. А, пока что только один выпал. А, нормальный кейс. А, легендарка выпала нам. Тоже шляпа. Тоже шляпа. Так, еще один кейс. Что же на этот раз выпадет нам? Опа-на, Гуфи! Выпал дух легендарный опять. Это второй легендарный дух нам выпал. Давайте еще подкрываем. А что же выпадет на этот раз, ребята? Ну-ка, 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 давай. Блин, одна шляпа. Одна шляпа. И нам дали за нее монеточки. Это классно. Ну-ка, опыт, опыт тоже пригодится, ничего. Мы копим опыт, у меня почти что 36-й левел будет. Ну-ка, баннеры видел. Но выпал футболист нам. Нам выпал футболист, давайте еще открываем. Вот так вот. Ну-ка, эмоция, там была эмоция. О, медведь, это тоже эпический. Это эпический предмет. Медведь. Но это обычная каска, так что она нам не интересна. Это тоже... тоже обычный предмет. Дух, я видел духа. Блин, нам выпал сэндвич обычный. Он даже не показался нам. Он почему-то не показался даже нам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Футболист выпал. Вот это да. У нас еще очень много кейсов, так что... ждем еще каких-то легендарных духов. Опа-на, морж, легендарная. Вот это да, ребята, у меня такое еще не было. Но это обычная каска. Это не дух, ребята. Это обычная каска. А монеты тоже нормально, тоже пойдет монеты. Монеты всегда пригодятся. За них можно купить также и ключи, и какие-то перки для режимов, и тому подобное. А монеты всегда пригодятся. Давайте дальше открываем. А вот так вот.
дух эпический, но нам выпал редкий. Это дракон. И он у нас, походу, был уже. Так, что на этот раз? Опыт, опыт, ну ладно, опыт так опыт. Сейчас что? Это сэндвич, опять нам выпал сэндвич. Такс, такс. В основном только обычные вещи выпадают. Эпических очень маловато что-то. Пончик — это редкий предмет. И он у меня уже был. Ну-ка... Ой, блин, опыт. Блин, опыт, опыта, опыта. Блин, а... Нам помешали покрутить этот кейс, ребята. Нам помешали. Эх-эх-эх. Нам все мешают крутить кейсы, ребята. Нам все мешают, но... Но я попытаюсь открывать первым. Да, ребята, я успел. Я успел. Все ради вас. Опа-на, баннер! Впервые нам выпал баннер, и он редкий оказался. Впервые баннер нам выпал, это такое счастье. Ну-ка, ну-ка. Опыта 50, не 25, а уже 50 опыта. И остается только 15 ключей у нас, ребята. У нас осталось только 15 ключей. Там была овечка, блин, она нам не выпала. Там было превращение, овечка. Но она нам почему-то не выпала. Ну-ка, давайте оставшиеся ключи потратим. Это рыба-клон. Тут уже пытается, пытается ключи у нас отобрать. Мы ему не дадим. Мы ему не дадим наши ключи. Опса, опс, опс, ребята. Нам помешали. Нам помешали, ребят. Так, я первый. Я был первым. Yes. Такая битва за кейсы здесь идет, ребят. Такая битва за кейсы здесь. Кто первый откроет, того и ключи. Опа-на, как много там опыта было. Но он нам не попался. Нам попалась обычная шляпа. 10 ключей у нас осталось. Это 10-й ключ. Баннер, давайте баннера нам. Блин, опять каска это. Ну что ж ты, каска-то, выпадаешь нам вечно. Неинтересно, что-то одни каски да каски. О, монеты, но что-то мало. Что-то маловато нам монет дали. Ну-ка, ну-ка, что сейчас? Дух там был, дух. Ну что ж ты, футболист-то, нам выпадаешь-то всегда, а? Только обычные каски нам выпадают, обычные каски, и все, больше ничего не выпадает. Дух, давай, да что ж вы, духи, не попадаетесь. Ну-ка, осталось у нас 5 ключей. И я все же надеюсь выбить... Опа-на! Это Гарчомп. Это дух покемон. Очень пригодится нам. Это третий легендарный дух из 50 кейсов, ребят. Ну-ка, я жду еще одного духа, но мне кажется, уже ни один дух не выпадет. Осталось только 3 ключа. Осталось только 3 ключа. Опа-на, там был какой-то баннер эпический, но не выпал. Не выпал, ребята, увы. Давайте, это предпоследний кейс. И что же? Что же монеты? Увы.
И это последний кейс, ребята. Это последний кейс. И футболист. Напоследок нам выпал все же футболист. Ну что, ребята, это было все. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий под этим видео. Это был Осмий. Всем пока-пока.